Клеил вертикально линейки на эпоксидку. До этого скользяк приклеил. Здесь вот выщерблены. Сейчас буду делать шпаклевку на эпоксидке с опилками, наверное, с деревянными. Буду размешивать, закладывать. Вот так вот получилось. Здесь, конечно, изгиба нет, а пятка гнется. Как бы тебе показать? Вот, видишь? Самое главное, пятка тормозить не будет. Вот так, все готово. Сигаретки, чай, лыжи. Сейчас будем распаковывать. Итак, внимание, сам еще не видел. Вот так вот получилось как-то. Главное, гладенько. Не знаю, посмотрим, как будет держаться. Вот это, конечно, все надо обработать, когда подсохнет. Но я думаю, что будет лучше китайский карбон держать. Вот эти края сейчас обработаю. Вентиляцию ножом срежу. И почищу где-нибудь. Понабрал приспособов всяких разных подчищать. Посмотрим, что получится. Ну вот, не пригодилась мне механика. Пришлось вот такое вот приблудою почистить маленько. Еще такой нюансик, когда лыжа сломалась, она маленько загнулась, где я прям заклеивал шпаклевкой. Получилось немножечко вот такая неровность. Ну, в общем, бугорочек. У меня есть такая вот штучка. Буду равнять край теперь. Уже маленько начал. Цикля. Вспомнил. Вот уже проявляется наша шпаклеванная часть. Как-то так. Продолжай. Примерно. Регистрируй бизнес Альфа-Банк и откройся с бесплатным обслуживанием. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк». Наш пакет круче вас. Обнаружилась еще одна проблемка. Вот этот наплыв смолы. Как-то его надо убрать. Аккуратненько. Осталась только одна яма. Когда ее сломали, здесь была крупная впадина, пришлось шпаклевать. И изгиб
Вот здесь. Емка. Может быть так, пока тут зимой будет видно. А может быть, можно заплавить горячим пластиком. Осталось только зачистить. Которая гадает по котле. Вот такой сливкой. То есть ты откусываешь котлету, ага. И она чтобы не разъела такая... ничего лишнего. Ну вот на выходе такая лыжа получилась. Было выкурено немного сигареток, выпито чаю. Нажимаю одной рукой. И на изгиб работает. Ну хорошо, что пятка примерно где-то длиной с мой телефон, полтора моего телефона. Зашпаклеванная ямка. Вот так я ее выровнял. На скользяке вон там ямка. Вот близко, не видать. Ну здесь, конечно, идеально. Без ямок. Вот такая вот получилась поверхность. В русском планетарии майский звездопад из созвездия Водолея наблюдается с 15 апреля по 27 мая. Помимо пиковой активности в одной из ночей, астрономы отмечают так называемый широкий максимум. Это период, когда время можно наблюдать 30 и более сутки. Он продлится с 3 по 10 мая. Ну, а пик активности... ну, конечно, по нашим ценам такие лыжи сейчас 56 тысяч.